тесноте и в обиде. Несколько лет подряд кировчане жалуются на переполненные автобусы 90-го маршрута. Жители Чистых прудов с трудом помещаются в транспорт, особенно в часы пик. В октябре перевозчик купил в лизинг 4 новых автобуса среднего класса вместимостью более 70 человек. Их взяли взамен устаревших пазиков. Предполагалось, что новый транспорт хоть как-то исправит ситуацию. Однако ничего не изменилось, говорят кировчане и депутаты. При этом 90-й – это единственный маршрут, который едет из Чистых прудов в центр города. Для того, чтобы не было давки, нужно увеличивать число машин на маршруте, говорят местные депутаты. Однако на деле этого не происходит. У нас на данный момент администрация ссылается на то, что никто не готов обслуживать городские маршруты. То есть найти перевозчиков очень тяжело, но я не верю в это, чтобы перевозчики шли на обслуживание маршрутов к себе в минус. Соответственно, администрация тут лукавит.